Ну что ж, коллеги, я дошел до озимой пшеницы на нашем большом поле. Поле очень большое. Не видно ни конца, ни края, зато здесь нам видно озимую пшеницу. И сейчас можно увидеть наш контроль. Здесь абсолютно ничего не применялось, ни гербицидов, ни фунгицидов. Здесь были только инсектициды. Ну, чтобы наш урожай не съели, и мы все-таки могли замерить. Сейчас пшеница находится в стадии восковой спелости. И сейчас мы посмотрим с вами два варианта. Здесь было различие в схеме в том, что на одном из участков мы вносили только модус, а на втором участке мы вносили модус в смеси с антивылегач. Итак, вот он, первый участок. Здесь мы внесли смесь росторегуляторов. Это модус 0,2 литра и антивылегач в дозировке 1,2 литра. А с другой стороны от колеи мы можем увидеть вариант, где внесли только модус 0,2 литра. Сейчас я отойду подальше и надеюсь, вам будет видно ступенька в высоте между растениями. Здесь у нас смесь росторегуляторов. Здесь у нас один препарат. Сейчас я остановлю запись, пойду возьму несколько растений, чтобы продемонстрировать вам более наглядно. Вот на планшете у меня лежат растения с двух вариантов. И здесь мы можем видеть, насколько они отличаются по высоте. Этот вариант был взят с участка, где был внесен только модус. Мы видим, что от второго варианта, который взял с участка, где вносили антивылегачий модус, отличается буквально сантиметров на 10. Но сейчас еще один вариант, о котором я рассказывал в самом начале. Вот два варианта, которые мы с вами уже видели. Напоминаю, что это вариант там, где мы работали модус. Этот вариант там, где мы работали модус плюс антивылегач. Сейчас я их сдвигаю подальше. Сюда так. И третий вариант. Даже одной рукой не получается положить его. Итак, что мы видим, что третий вариант еще сантиметр на 15 выше, чем предыдущий вариант, который был больше. И это вариант с контроля. Сейчас выровню. Да, возможно, не так высоко будет разница, но тем не менее, очевидно, что растения даже не помещаются на мою планшетку. Так что такие вот результаты мы получаем. Скоро уборка, и мы сможем уже оценить и действие, и эффективность наших не только росторегуляторов увидеть визуально, но увидеть эффекты от защиты фунгицидами. Пока!